когда мы ведем экскурсию, мы себя чувствуем как на сцене, такой маленький спектакль. И хочется сделать еще лучше, рассказать еще больше. Главное, не слишком утомить. Сегодня мы проведем для вас необычную экскурсию по нашей постоянной экспозиции. Это экскурсия в стиле рок! В этот момент мне хотелось все поменять. Вот. И я уже так искала, куда мне податься. Ну, там разные были варианты. И тут как раз выяснилось, что в Ханты-Мансийске, в галерею фонда поколений, ищут специалистов. Я приехала в Ханты-Мансийск, мы пообщались с Вергун Татьяной Борисовной, которая тогда галерею возглавляла. Она меня сразу взяла замом по науке. И я ей до сих пор очень благодарна, потому что это такой поворот, который мне дал очень многое в жизни. И сейчас, в общем, я чувствую себя вполне на своем месте. Наталья Голицына. Историческая реконструкция на Бородино или рок-урок в картинной галерее – это далеко не весь диапазон ее интересов. Автор креативных экскурсий и каталогов об искусстве, сочинитель стихов, исполнитель ритмов на джембе. Вдохновляется старыми мостовыми, острым оружием и мощным ревом мотоцикла. Классика и рок уживаются в ней так же органично, как оперный вокал и жесткий металл в любимых песнях группы «Найтвиш». Прабабушка меня называла так с маминой стороны. А папин дед, он был казахским офицером. Наша бабушка Клава имела в виду вот именно такой упрямый характер, когда ребенок не слушался, он казачиха упрямая. Мне нравилось так. Я помню, что я постоянно придумывала какие-то истории. Например, когда мне было лет 7, нет, даже меньше, лет 5, а я какую-то взяла палочку, сказала всем, что это мой Марлан. Это такая вот это была палочка, с которой я ходила. И вот до сих пор никто не знает, что это такое. Что это за Марлан, откуда он вообще взялся. Моей личной заслуги здесь нет. В детстве для меня это просто было, ну вот, кто-то Иванов, кто-то там Голицын. Это было чем-то само собой разумеющимся. А потом уже, ну, конечно, да, когда появились все эти песни, такие вот о дворянском прошлом, и Малинин, там, Корнет Оболенский, поручик Голицын. Ну, да, был такой момент, когда мне казалось, ну, вот у меня какая фамилия, это княжеская. Но на самом деле к князьям, я думаю, мы никакого отношения не имеем. Потому что не все Голицыны были князьями, и не все дворяне были князьями. Хотя иногда, честно, я фамилией пользуюсь. Потому что в определенных кругах, когда нужно произвести впечатление, вот фамилию стоит назвать. Петр Голицын, мой прадед со стороны папы, о нем очень мало известно, потому что он погиб в 18 году. Причем, насколько можно было понять из таких вот недомолвок, он сражался не на той стороне. И поэтому о нем в семье не очень много говорили. Мама искусствовед, а папа был режиссером. Вот он, у него был театр-студия «Диалог» в Магнитогорске, который неоднократно выезжал на какие-то фестивали, занимал там призовые места, а мама работала в картинной галерее. Очень часто ведь дети находятся на работе своих родителей, а в театре «Диалоги» и я, и мой брат, мы там вообще иногда сутками проводили время. Там было, потому что очень интересно. Был у меня в юности такой период, когда, ну, знаете, проблемы отцов и детей. Так вот, я с особым удовольствием папе говорила, что а я рок-музыку вообще не люблю, я люблю классику. И, в общем-то, на самом-то деле я и тогда слушала, и в 15 лет я рок слушала, и в 16 слушала. Ну и потом не переставала. Папа на похоронах в 2003 году ставили музыку «Битлз» и «Машины времени». Когда-то еще раньше он как-то сказал, что хотел бы, чтобы это было так. И было так. И я впоследствии даже не сразу поняла, что я перестала слушать «Битлз», я как-то не отдавала отчет. Но уже только вот спустя сколько-то времени вдруг осознала, что я давненько эти кассеты не доставала. Очень у многих возникает такой вопрос, где русское искусство XIX века и где рок-музыка. Но на самом-то деле здесь много можно найти каких-то пересечений. Иногда в названии. Ну вот, например, есть у нас картина художника Дубовского «Родина». И, ну, вы, наверное, догадываетесь, что тут должно прозвучать. Конечно, это Юрий Шевчук, ДДТ, да, «Родина». «Еду я на родину». Родина, еду я на родину. Но есть иногда какие-то стилистические переклички, есть такие вот историко-культурологические. Вот, допустим, автопортрет Филиппа Малявина. Он был представлен публике в 1911 году, в январе 1911 года. И в январе же 1911 года начал публиковаться роман Гастона Леру «Призрак оперы». Ну, дальше ход, я думаю, уже понятен. «Призрак оперы» – это мюзикл Ллойда Вебера. И я ставлю послушать группу «Найтвиш». Их кавер там поет Тарья Турунен и Марко Хиетала. И причем звучит это так достаточно пафосно и, по-моему, очень подходит вот этому монументальному портрету Филиппа Малявина. Наверное, это постепенно как-то формировалось, как и у всех людей, потому что семья-то у меня была интересная, очень творческая. Папа у меня был сам большой любитель рока, ну и люди в гости приходили соответствующие. Бандана – это же очень удобный головной убор, особенно летом. Ну, кроме того, знаете, ведь считается, что дама должна быть в шляпке. Это вот, она у меня, честно, не самая любимая, потому что я не люблю белые банданы, но зато это память. Это я в 2013 году ездила на фестиваль «Рок над Волгой», и там, ну так все здорово прошло, несмотря на то, что был дождь накануне и дикий холод, но все равно прошло здорово. И вот здесь вот группы, которые принимали участие: Кипелов, Король и Шут, Сплин, Би два. Отличный был состав, просто, ну, звездный. Я с удовольствием наряжалась и ведьмой, я с удовольствием вот носила костюм 1914 года. Если наряжаться просто на праздник, это одно. А если наряжаться, скажем, вот на какое-нибудь театрализованное мероприятие, это уже совсем другое. Тут, конечно, особенно интересно, потому что можно абсолютно другой образ примерить. По тропе, немощенной плитами, я подняться на небо хочу, улыбаясь губами разбитыми, хлопнуть Господа по плечу. Но какой ты творец, тоже мне, никогда никого не любил. Я жалею тебя, Боже мой, как бы сильно ты нас не бил. Стихи-то я начала писать, по крайней мере, попробовала еще в 3 года. Но Просто для меня, вот тогда я помню, как я воспринимала поэзию. Казалось каким-то невероятным чудом. Как это так? Люди складывают слова в строчки, да еще и в рифмованные строки. Как им это удается? А об ошибках? Ну, не знаю, они уже были, они уже ушли. Сейчас надо жить с тем, что есть. То, что можно исправить, нужно исправить. Но то, что уже осталось где-то там далеко, наверное, не стоит об этом постоянно думать, потому что это не приведет ни к чему. Просто надо об этом иногда вспоминать, чтобы не повторить. Ну, мне так кажется.